Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tukamp и видеообзор нового товара, представленного у нас на сайте. Он не только новый для нас, для нашего сайта, но и для России в целом. Вот, это наш отечественный производитель аксессуаров для лодки ПВХ. Бренд называется «Волга». Вот, это аналог зарубежных производителей. Я думаю, их название не стоит вам говорить. Вот. Но, по крайней мере, могу сказать, что это сделано в России, а значит, намного дешевле аналогичных товаров зарубежных брендов. Итак, бренд это у нас «Волга». Вот. Сейчас мы рассмотрим спиннингодержатель и варианты его крепления на лодку, какие они есть в базовых модификациях, которые представлены у нас на сайте. Ссылочки на эти товары вы найдете в конце видео либо в описании. Вот. Ну и, в принципе, поехали. Все это можно купить раздельно, либо уже готовые комплекты. Вот. Начнем с самих площадок. Площадки у нас имеют быстрозажимной механизм, который позволяет быстро и просто зафиксировать ваш спиннинг, спиннингодержатель в данном варианте, вот, и чтобы он надежно стоял на своем месте. При необходимости здесь есть жесткая фиксация в различных положениях. Ну, то же самое. Это у нас площадка идет для приклеивания на материал ПВХ. Есть площадка, которую можно прикрутить на любую поверхность, на жесткий борт, при помощи саморезов и болтов. Есть 4 точки крепления. И есть такое же крепление, точно уже идет в комплектации со струбциной, с максимальным расстоянием для зажимания 4 см, 40 мм. Спиннингодержатель у нас оснащен хвостовиком, который при необходимости опускается вниз, вот, для того, чтобы спиннинг у нас не проваливался до конца. Вот. Также у нас спиннингодержатель оснащен кольцом, который при необходимости вы можете защелкнуть, чтобы спиннинг у вас не выскочил, например, во время троллинга. Итак, если вам понравился спиннингодержатель, то можете его заказать у нас на сайте. Три варианта площадок для крепления на материал ПВХ, на жесткий борт и на струбцине. Вы также можете заказать, какой вам понадобится. Итак, а теперь немножко о размерах данных оснований, которые можно у нас заказать. Основание, которое идет для приклеивания на лодку ПВХ. Здесь идет размер 14 на 14 сантиметров. Имеется в комплектации вот такая заглушечка, которая закрывает отверстие от попадания грязи. Механизм, защелка. Жестко и достаточно легко входит, фиксирует необходимые аксессуары. Площадка для фиксации на жесткий борт. Размер 8 на 8 сантиметров, 4 отверстия, такой же механизм, который фиксирует спиннингодержатель либо другие аксессуары. На струбцине та же площадка 8 на 8, и струбцина, которая может устанавливаться на толщину до 4 сантиметров. Также под эти аксессуары можно у нас найти на сайте, ссылочку найдете на все аксессуары бренда «Волга», дополнительно столик для приманок, столик для эхолота. Вот, необходимые удлинители. Вот, все это можно найти, перейдя по ссылочке в описании. Итак, понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.